вот и подошел к концу Великий пост. И все православные встречают самый главный, самый светлый и чудесный праздник – Воскресение Христово. Пасху можно отмечать по-разному, но главное – собраться за общим столом в кругу семьи. Я желаю, чтобы в эти дни мы забыли про нескончаемые политические споры, нашли в своем сердце место для прощения, надежды, веры и, конечно, любви. Ведь любовь среди них большая. Мира вам и вашим семьям. Пусть Господь хранит Одессу. С праздником! С воскресением Христовым!